Nightmare Outside, большое спасибо за донат. Там уже все, там уже не осталось сельского рок-н-ролла, даже в пиксах, типа, смысл тоже, блядь. Спасибо за донат, приехали просто на самый финиш, на самое дно. Нищет дна на дне, все. Да, только не говори, что там то, что я думаю сейчас, да? Да, блядь. Мне похуй, я панк. Nightmare Outside. Спасибо за донат. Качественный контент. Да, не то, что вся хуйня, которая была раньше. Зайц, спасибо большое за донат. Продолжается шуя по реакции. Поехали. Блин, мне надо очко найти. Поехали мы уже давно. Nightmare Outside. Ты чё, стебёшься, что ли? А может, я не хочу. Смотри, видишь, каждый раз видео длиннее длится, Nightmare Outside больше донатит. Там видно хотя бы? Он в какой-то момент же придумает. Сельский рок-н-ролл. Наверное. Должен уже. Он же остановится давно. А это точно не... Это точно последний? Оверфорс — это сельский рок-н-ролл. Вот давайте посмотрим историю. Воин Металла. Зона реакции, да, как я обещал. Спасибо огромное за 100 рублей сердечко. Воин Металла задонатил с текстом на запись. Этот видос мне кидали, наверное... Понимаю. Вообще не полагается. Не ускоряется только музыка. 5. Я уже наизусть помню там... В тот момент всего-то 5 раз было. Раз уж слушаем ТТТС. Давайте хотя бы до этого. Спасибо. Фурье за донат, мое почтение. Зря отсюда. Переменный шрифт у него довольно слабый. Кончик не подруга. Начнется контент, который мы заслужили, дамы и господа. Наконец-то разбор. Что-то так тихо, блять, пиздец, вообще странно. Значит, реакция на реакцию. А, потому что там тише то, и в итоге, как бы, я все понял. А вот этот Моисей будет довольно громкий. Бля, я не пойму, где донат. Я сюда переключаюсь. Вот это прикол. И сколько ж я собрал туда, получается, за сегодня? О, бабло считает, жук сидит. Бесстыжий. Блять, народ, пиздец. Скоро так будет заметно, у меня будет пузо расти, типа, все больше, типа. Это как... Пускай будет что-то 200 в среднем. Ням-ням-ням. Чё с картинкой? Чё она, блядь, какая-то перенасыщенная? Она то белая, блядь, то красная, то хуясная. Нихуя, блядь, рыганул, блядь, свинья такая. Не зря человек дает уроки по рыготине все. Продлевает видос, падла. Пизда, я сам не, блядь, больше денег забрать. Я прям там просто как... Моисей сейчас себе задонатит на замедление чужинником, чтобы следующая реакция... Медведь, ебать. А чё? А чё? Бля, я даже на паузу не поставил, то есть это всё в реакцию пойдёт. Чужинником, чтобы... Было дольше. Сейчас 32 зрителя. Я ещё тупее сделал, я забыл на паузу поставить. То есть всего... Блин, да, я не подумал, что я видос продлю сейчас. Бля, это много. 6500 и будет... Я не подумал. Чё зрители? Клянусь, я случайно. Я иногда вообще сам охуя случайно себя обогатил. Возможно. Ну, я надеюсь, что на этом ты больше не знаешь. Давай, зачем вы, блядь, меня смотрите? Я же просто... Это же должно надоесть, когда случайно, видимо, кинул. Ну, именно на эту хуйню, в смысле. Что-то у Фархада, что ли, бомбануло жопу. Он говорит, блядь, давайте мы донатим на час этого сельского рок-н-ролла, а потом баню. На помощь! Спасибо, больничка. Привет. На помощь! Привет. Фишки западных рыгунов, да-да-да. HTTPS, двоеточие, слежь. Да-да-да. Один Моисей говорит, мне, пожалуйста, стопку Ягера. Этот, мне, пожалуйста, полстопки. Этот, мне четверть. Этот, мне, пожалуйста, одну. Это анекдот про заходит как-то в бар бесконечное количество Моисеев Великановых. Восьмую. Этот просит одну шестнадцатую, этот одну тридцать вторую, и бармен говорит, пошли вы нахуй, пидорасы, вот вам две стопки на всех, блядь. Да ебаный рот этого казино, блядь. Только зашел тут опять они. Вот там по факту Фреда уделали. Пиздец, я посрал, блядь, перданул опять. Да, спасибо, больничка. Ну, да я, блядь, перданул. Всем, да, фишки Снова западных вытирателей жопы, да, да. Под, универсальный, в Владивостоке люди уже просыпаются. Какой-то очередной там аниме... Фишки западных абрыганов. Вам уже хватит. Рисованный, типа, а-ля арти-хуйня, в общем, вы поняли. Не, уже не видно, по-моему, это, по-моему, последний уже все-таки будет. Уже не видно сельский рок-н-ролл там. Почти сельский рок-н-ролл. Барабанчик в очках, да? Ноль целковый полушка. Блин, я сейчас попробую на весь экран развернуть, понять, видно ли. Долбанутое соло, по-моему. Да, точно. Ну да, 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 да. Вот сейчас картинка нормальная, отлично. Спасибо. Лучше мало. Кстати, мне уже не хватит, по-моему, символов и названий, чтобы было смотрим, 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 смотрим. Это опять видос сделать. Ну, понятно. Спасибо большое. Старые добрые можно сделать. Спасибо за напоминалку про ветвь.
Чуваки, ну без света лучше же, да, все-таки? Да, да, да. То есть вот так было у нас всегда. Пацаны уделали предом. Да, конечно, новая камера. Как вам все-таки больше нравится? Надо и мне, наверное, проверить. Мне больше нравится, когда много донатов. Там закрыться. Что-то я там назовись вообще. Ну, мое лицо тут. На, блядь. Вот, проверка. Мада, приятно, что-то банят так, что мы ехали. А, и там Лео Хиллскрим в какой-то момент будет. Да, я смотрел полное интервью тоже, раза три. 500 рублей, сколько радости. Ну понятно, что с подсветкой. Ну подсветку я могу, допустим, ну, кстати, вот так чуть-чуть сделать. Рок-н-ролла. Вопрос верхний свет, да или нет? Вот что пиздец. А плюс это что? Это... В чем прикол? Записывайтесь на наш новый курс фишки западных гомосексуалистов. Блин. Я никогда не читал комменты, кстати, между прочим. Западных гомосексуалистов. Да, кстати, да, комменты. Бать, что-то у вас там в Владивостоке, движ, Париж. Ждем реакции моей Сергея Канова. Оверкилл, Вячеслав Лис, Петюк, Николас Фокс, или Тора, Миллениум, Фуз. Ням-ням-ням-ням-ням. Бля! Ням-ням-ням. Подобие Фортала. Подобие Кала. Ням-ням-ням, сука. То есть, ну, чувак, все-таки... Из всего, что можно посмотреть, мы посмотрим именно это, да, задний был видос. Я знаю, что... Блядь, а зачем же я записываю так, что помню, такая штука, типа, да? Сучи, как вот. Джойстик с экраном, типа, так. Да, бля! Я помню, какие-то имбуи, но... я записываю сам. Сука, он еще и, получается, экономит на Nightmare Inside. Вот эта приставка у Леоса была, Алекс Найтмэр, по-моему. Причем она была нормальная, рабочая, она типа, чё, вы не играете, все равно чего она валяется. Спасибо. Самая крутая приставка у меня была в диктанте по русскому языку. Блин, реально надо сделать, знаете, уже такой видос, типа, ну, или серию видосов, то есть как ворваться в стримы Моисея и понимать все мемы локальные. Потому что я просто иначе не знаю, как это объяснять. Как объяснить, что такое Nightmare Outside, что такое сельский рок-н-ролл, что вообще, блядь, происходит, почему я с какими-то долбоебами срусь, что это за реакция. То есть надо прям реально сделать, типа, Ultimate Моисей Compilation, Пенис, Доминатор, Хеликоптер, что-нибудь такое, что просто люди могли... Фишки западных питон. Некоторые шутки... Какие-то могут быть фишки, блядь, типа. Залез себе в траншею и сиди в ней, вот и вся фишка. Ну да, это скорее фу. Это скорее гайд, типа. Ну, на день рождения, типа, йогурт покупали. То есть, и как-нибудь плавки спиздили. Заебал даже, да, все. Понятно. Мне так, не на этом сюда пришли. Хули, какая нибудь, в любом случае, я уже закончил. Ну да. Потому что, хуй, заебал, хуй, хуй. Все, теперь это реакция на ускоренную реакцию на ускоренную реакцию. Сейчас я даже уже не посмотрю. Гейбой, первая приставка лес. Реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Одобряем. Реакцию на реакцию, на реакцию. Блять, я не пойму, какой из чатов сейчас. Блять. Запомните. Женщины в чате какие подводные. Да, женщины в чате, это не бывает настоящих женщин на моих стримах. Блять, самая тупость, что именно в тот день... Ну, вернее, есть ровно одна... Типа, на реакции на тот видос, где я говорю, что женщин не бывает на стриме, типа, женщина как бы и появилась. Чайте. На запись мою реакцию на историю рок-н-ролл. Так, блядь, да что ты будешь делать? Привет, Андрей. Контент сомнительного качества. После нового клипа, да. После нового клипа, да, уже кажется неплохо. Пиздец. О, ебать, коварный план. Ебать, барабанщик. Оральный барабанщик, так сказать. Заебись, заебись. Я пожелаю. Блять, футболку? Ты серьезно угораешь, что ли? Еще одну часть долга. Осталось бля, по-моему, она в тряпке уже. Мы это что-то сделали. Типа стрим. Я бы прикупил. Бля, спасибо большое, Никич, да. Мое почтение. Вот, ну хотя, вернее, как бы как спасибо. То есть, ну, это ж получается за комбарь. Но все равно, да, в любом случае, мое почтение. Футболка. Да, вот, по-моему, нет, я ее 100 лет не видел. Наверное, она уже в тряпках давно. Блин, Никич уже не знает, какую хуйню еще у меня, короче, скупить. Мы это сделали, ведь мы ебанутые на всю башку. Да, отлично. И причем, кстати, в 10 минут уложились тоже. Спасибо, Nightmare Outside.